Называется «Три в одном». Туристическое агентство. Я и родина моя, Советский Союз. Мы все оттуда. В Советском Союзе жили сытно, дешево и счастливо. Вот все то же самое будет и здесь, на Московской 5. Здесь же вы можете не только оформить замечательную туристическую путевку, и теперь я вам расскажу, почему называется туристическое агентство 1100. Потому что за 1000 рублей мы вас можем отправить, ну то есть опуститься до уровня 1000 рублей. Не до самого низшего уровня, а так, чтобы и себе хватило, и вам было весело. За 100 рублей я даю вам дивные советы. Первый дивный совет. Если вы хотите купить запасные части для иномарок, то прежде чем тратить деньги, обращайтесь сюда. 100 рублей всего. И вы узнаете реальную цену, а потом уже мы с вами поработаем. Ну и, естественно, сегодня и сейчас на Московской 5 здесь супер-мега-проект мы реализуем. Место, где вы можете отдохнуть, вкусно поесть и весело повеселиться. Это называется место отдыха, кафе, закрытая зона, Советский Союз. Помните, Советский Союз был закрытый, но жилось в нем весело. Вот все то же самое будет и сейчас. Теперь коротко, да, понятно, что здесь вкусно, весело, интересно. Ой, и сытно, самое главное, сытно. Потому что я специально подождал ровно 5 месяцев после того, как открылся Макдональдс. И что случилось? Ну, Макдональдс правильно прибил всех. Но Макдональдс — это не дешевое место, в котором вы можете покушать. Идеальный вариант — это Биг Мак. 82 рубля, сытно. Еще лучший вариант — это Биг Тейсти. Но мы решили немножко дать фору нашей кухне. И поэтому за сумму Биг Мака, ну чуть-чуть меньше, вы можете попробовать самсу. Настоящую, вкуснейшую, тяжелейшую. Вес этой самсы в 2 раза больше, чем Биг Мак. И как она кушается. Я сейчас попрошу укрупнить вот это настоящее мясо. Вся самса полна мясом. Здесь мясо больше, чем на 3 макдональдсовские котлеты. Вы просто обязательно должны попробовать. Такой самсой наедаешься. Вот туда. Мясо, no look. Очень вкусно. Да для чего все это сделано? Это для того, чтобы поняли, что отдыхать можно. Наслаждаешься отличной пищей. Я просто не могу. Под это дело мы употребляем. А вот что мы употребляем? Для этого вам необходимо купить МТС Connect. Модемчик такой. Залезь на YouTube. Значит, пишите Чирейкин, пробел, Советский Союз. И поймете, что в этом городе пить-то можно. Что пить надо. И от чего вы не будете болеть. Вот это самса. Боимся ли мы конкурентов? Да нет, что их бояться, конкурентов-то и нету. Потому что ранее было всего 2 места, где было весело, нормально весело и качественно. И все это было под моим крылом. Теперь, сегодня и сейчас, начиная с 6 часов, вы кушаете и плавненько готовитесь, потому что с 10 мы здесь, на Московской 5, веселим и отдыхаем. И не только весь народ. Сюда ждут всех, вне зависимости от толщины кошелька. Ну, точнее, криминальный элемент, он может сюда и не заходить, потому что не получится ничего. А тот, у кого есть 200 рублей, может быть и сытым, и веселым. Это мы вам гарантируем. А там уже смотрим. Хотите, гуляем до утра? Гуляем до утра.